Определили в Алматы победительницу конкурса «Сулаже-2023». Лучшей бабушкой мегаполиса признали 62-летнюю Гульнару Кунанбаеву. Отметим, оригинальный творческий конкурс в городе проводится впервые. По итогам состязания все 12 финалисток получили ценные призы и сертификаты. Прошли отборочные туры по всем 9 центрам активного долголетия в 8 районах нашего города. 25 конкурсантов прошло на отборочный тур, а сегодня уже 12 финалистов будут состязаться вот в разных номинациях. Одна из участниц конкурса – Людмила Хван. В свои 73 года она является бабушкой 7 внуков. Женщина призывает всех бабушек и дедушек не сидеть дома, а жить активной жизнью и реализовывать свои заветные мечты. Я веду очень активную жизнь. Танцую, хожу на хор, путешествую. Здесь я в конкурсе встретила очень много подруг, познакомилась. То есть мне нравится этот конкурс.